Пережил третьим касанием и ошибся. Перестраховался, не поверил в свои возможности. Гамшик. Он разгоняет атаку. И все время делает передачи на Игуаина. Чем подкрепить атаку? Полузащитниками? Это я говорю сейчас про Наполи. Инлер. Был рикошет, и мяч летает в ворота. 1-1. Вот это начало. 11-я минута. 1-1. Не повезло голкиперу, не повезло Милану. Мяч задел ногу защитника. А после... Не защитника, а обороняющегося. А после этого очень трудно на него реагировать. Йохан Инлер. Игрок сборной Швейцарии.